К ее решению подключилась городская администрация. В конце июля специальная комиссия во главе с заместителем мэра Анапы Анжеликой Базуновой оценила ситуацию на месте и нашла оптимальный вариант решения проблемы. Было принято решение о прокладке системы ливневой, отвода ливневой, ну как ливневой канализации в районе улицы Шевченко. От улицы Советской с выводом на улицу Кирова, потом по улице Чапаева и с выводом в централизованную ливневую канализацию села Супсы. Объем работ достаточно большой. Предстоит прорыть траншею длиной более 500 метров, которую ложат порядка 120 бетонных блоков желобов. После окончательного монтажа бетонных конструкций планируется закрыть сточный канал металлическими решетками. Они предотвратят засоры ливневки. Работы на этом объекте должны быть завершены до середины сентября. Кроме этого, в Супсехе проводятся масштабные работы по ремонту дорог. Сельские улицы отсыпают щебнем. На северный материал уже уложен, и дорога полностью готова к эксплуатации. Новую жизнь получила и улица Троицкая. Здесь рабочие бригады также отгрейдировали и укрепили дорожное покрытие. В ближайшие дни в порядок приведут дороги на улицах Горная и Кавказская. Всего же в Супсехском сельском округе отремонтируют порядка 15 дорог. Причем улица Серебряная получит асфальтовое покрытие. Большая техника на нее зайдет уже в ближайшее время.